Для подписания соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта производства мебели между Гродненским областным исполнительным комитетом и компанией «Шинака Мебель» приглашаются председатель Гродненского облсполкома Кравцов Владимир Васильевич, а также учредитель компании «Шинака Мебель» Ян Шинака. Для подписания меморандума о намерениях сотрудничества в инвестиционной деятельности между Гродненским областным исполнительным комитетом и обществом с ограниченной ответственностью Европластекс Инвест Узбекистан приглашается председатель Гродненского облсполкома Кравцов Владимир Васильевич и директор ООО Европластекс Инвест Узбекистан Саламахов Владимир Сергеевич. Для подписания соглашения по реализации инвестиционного проекта строительства логистического терминала в районе Аульса между Гродненским городским исполнительным комитетом и обществом с ограниченной ответственностью ТЛГ Российской Федерации приглашаются председатель Гродненского горосполкома Гой Мячеслав Брониславович и учредитель ООО ТЛГ Российская Федерация Рапекта Федор Михайлович. Для подписания соглашения о намерениях по развитию торговой сети в городе Гродно между Гродненским горосполкомом и иностранным обществом с ограниченной ответственностью Арви Белагра, Литовская Республика, приглашаются председатель Гродненского горосполкома Гой Мячеслав Брониславович и директор ООО Арви Белагра Аурелиус Синкевичус.
Для подписания соглашения по реализации инвестиционного проекта по строительству административно-торгового здания по улице Замковая в городе Гродно между Гродненским горосполкомом и иностранным обществом с ограниченной ответственностью ДТ Групп приглашаются председатель Гродненского горосполкома Гой Вячеслав Брониславович и учредитель ООО «Групп Литовская Республика» Кардис Дарьош. Для подписания межрегиональных соглашений о сотрудничестве между Гродненским горосполкомом и скупщиной города Кралево Республика Сербия приглашаются председатель Гродненского горосполкома Гой Вячеслав Брониславович и председатель скупщины города Кралево Ненад Маркович. Для подписания плана совместного сотрудничества по реализации договора об установлении побратимских связей между городом Гродно и городом Друскиненка и Литовская Республика приглашается председатель Гродненского горосполкома Гой Вячеслав Брониславович и мэр города Друскиненка и Литовская Республика Ричард Асмалинаускас. Для подписания соглашения о сотрудничестве между Свислочским районом Гродненской области и Гайновским повятом Республики Польша приглашаются председатель Свислочского районного исполнительного комитета Онищик Владимир Сергеевич и вице-староста Гайновского повята Ядвига Домбровска.
Для подписания соглашения о сотрудничестве между Щучинским районом Гродненской области и гминой Щучин Республики Польша приглашаются председатель районного исполнительного комитета Ложечник Сергей Васильевич и бурмистр города Щучина Республика Польша Артур Кучинский. Для подписания соглашения о сотрудничестве между Щучинским районом Гродненской области и городом Ковель, Украина, приглашается председатель Щучинского райисполкома Ложечник Сергей Васильевич и председатель городского совета города Ковель Киндер Олег Алексеевич. Для подписания дорожной карты по развитию сотрудничества между Волковыским районным исполнительным комитетом и районом Стрешень Республика Молдова приглашаются председатель Волковыского райисполкома Сидько Михаил Михайлович и председатель района Стрешень Республика Молдова Михаил Попа. Для подписания коммерческого контракта между открытым акционерным обществом «Сморгонский агрегатный завод» и обществом с ограниченной ответственностью «Агроблок» приглашаются руководитель ООО «Сморгонский агрегатный завод» Станкевич Евгений Александрович и директор ООО «Агроблок» Конюхов Евгений Юрьевич.
Для подписания протокола о намерениях в рамках второго конкурсного набора проектов по программе трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина между Гродненским районным исполнительным комитетом и гминой Грудок Республики Польша приглашаются председатель Гродненского райисполкома Василевский Ян Янович и войт гмины Грудок Веслав Кулеша. Для подписания партнерского соглашения по реализации совместного проекта международной технической помощи улучшения дорожной инфраструктуры в Подляском воеводстве и Гродненском районе в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина приглашаются генеральный директор унитарного предприятия Гродно-Облдорстрой Волкович Дмитрий Владимирович и директор управления Подляских дорог Республики Польша Йозеф Владислав Сулима. Для подписания партнерского соглашения по реализации совместного проекта международной технической помощи улучшения дорожной инфраструктуры в Сенинском Повяте в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина приглашаются председатель Гродненского райисполкома Василевский Ян Янович, генеральный директор коммунального унитарного предприятия Гродно-Облдорстрой Волкович Дмитрий Владимирович и староста Сенинского Повята Республики Польша Алшко Петр Франтишек.